В 6 лет он освоил аккордеон, в 15 с отличием закончил музыкальную школу, в 17 с красным дипломом музучилище. Затем была Академия музыки, магистратура, лауреатство спецфонда президента Республики Беларусь, международных конкурсов и фестивалей, победа в высшей лиге мэтров мирового аккордеона. Сегодня Игоря Квашевича величают золотым аккордеоном Беларуси, а его творчество признают яркой страницей в истории мирового аккордеонного исполнительства. Познакомиться с талантом выдающегося музыканта в ближайшее время смогут все белорусы благодаря инициативе Минкульта и объединения «Белая Русь» и их совместного проекта «Беларусь Тур», охватывающего 124 города. «Беларусь-тур» представляет собой два мероприятия. Первое – это благотворительный мастер-класс Игоря Квашевича для воспитанников детских школ искусств и студий. Плюс ко всему, на этих творческих встречах юные таланты смогут продемонстрировать свое музыкальное мастерство, по итогам чего композитор выберет лучших и подарит уникальную возможность выступить с ним на гала-концерте в Минске. Второе мероприятие в рамках «Беларусь-тура» – это сольный концерт Игоря Квашевича в городских домах культуры. Стоит отметить, что сегодня Игорь Квашевич живет в немецкой Баварии, но, как признается сам исполнитель, поездка в Беларусь для него всегда большое счастье.